Пубертат это, в общем, естественный период, это очень сложный период с точки зрения гормональной перестройки, с точки зрения крушения этих детских ожиданий, потому что все в детстве считают, что их должны любить. Подростковый возраст сообщает, что ты хочешь, чтобы тебя кто-то любил, это вовсе не обязательное развитие событий, вот, и это заставляет по-другому вообще все как бы увидеть и собственное одиночество в этом мире, и собственную противопоставленность ему, этому миру.